Урок для пятиклассника восьмой школы проводит необычный преподаватель. У доски представитель Мозырского таможенного поста, которая своим новым юным подопечным рассказывает о тонкостях профессии. За партами мальчишки и девчонки, которые в будущем хотят заступить на стражу экономических границ страны. Таможенный класс – это класс профессиональной направленности на обучение учащихся по специальности таможенное дело. Работа с ребятами, профориентационная работа, будет построена на единых принципах. Это разработка совместных мероприятий, в том числе включение туда классных часов и факультативов по теме введения в профессию. Это ношение форменной одежды. Это участие школьников в значимых мероприятиях, проводимых в Гомельской таможне, равно как и участие представителей Гомельской таможни в мероприятиях, проводимых в школе. Профильный таможенный класс открылся в Мозыре в этом году впервые. В школе сложилась традиция, что каждый год мы открываем военно-патриотические классы. Первый класс мы открыли 4 года тому назад. Это был класс пограничной направленности. Детям очень понравилось. Мы увидели интерес детей к этому направлению. И на следующий год уже сами дети изъявили желание быть в военно-патриотическом классе. Мы открыли уже радиотехнического направления с нашим батальоном. Третье направление, то есть уже на третий год, мы уже открыли военно-патриотический класс со следственным комитетом. В учебном году 2019-2020 патриотические традиции решили не нарушать. Так в школьных коридорах появились ребята в новой таможенной форме. Отличается у пятиклассников учебное расписание. Кроме стандартных уроков истории, математики, литературы, они учатся маршировать, общаться с оружием и даже танцевать вальс. Я пошел в таможенный класс, потому что там очень много интересного. Там учат маршировать, танцевать вальс. И тут высшее образование. В будущем я смогу стать таможенником. В таможенный класс нужно очень хорошо учиться. Там много очень чего интересного. Можно научиться стрелковой подготовке. Было очень интересно, что тут будут какие-нибудь там дополнительные уроки. И правда, было очень интересно, потому что раньше мы просто учились, было достаточно скучно. А теперь два сестровая пошла, это гораздо интереснее, чем просто сидеть. К нам приходят представители таможенной службы и рассказывают о своей работе. Мы начали заниматься строевой подготовкой. Нас учат работать с оружием. Мы будем изучать автодело. Особое место у занятий по спортивной подготовке. Школьно-тренажерный зал ученики этого класса посещают несколько раз в неделю. Ведь будущий таможенник должен быть физически силен, здоров и вынослив. Сегодня, 20 сентября, пятиклассники поздравят своих кураторов с профессиональным праздником – Днем таможенника. И запомнят эту дату как одну из главных в будущей работе на границе. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».